Естественно, погода не спокойна, и игра проходила, естественно, искусственно в поле Манежа. Но как бы ни было, хочу отметить, что игра была очень сложной и абсолютно достойной финал. Мы болельщики Манежа стали не сломали шланг, обязательно будет пропал. Счастье этого не случилось. Но победитель, как известно, бывает один. В этом году обладатель медалями награждаются обладатели Кубка Республики Татарстан 2012 года, команда КАМАЗ. Победой! Когда мы едины, мы непобедимы! Ура!